классный этап Республиканской олимпиады по учебных предметах. Сёлета он пройдет с 8 по 12 студеня. У Гомельской области удел у чарговым выпробовании принимают свыше 1000 школьников. Поспрачаться за звание самого разумного у областный центр съехались переможцы олимпиад, что проходили на районном уровне. Усяго 1060 школьников. Яны смогут продемонстрировать свои веды по 18 учебных предметах. Наибольшая колькость удельников олимпиады по математике 129. На другом месте русская мова и литература, на третьем белорусская мова и литература. Сирод новинок сёлетнего предметного олимпиадного руху – выпробование по физической культуре. Тут школьникам придется поспоборничать как у теории, так и у практики. Как ствержает статистика, популярность предметных олимпиад растет с каждым годом. Стремление ребят попасть именно на третий этап, на республиканский уровень, участие в областных олимпиадах достаточно высокое, он возрастает с каждым годом. Конкуренция растет, и это естественно, потому что желающих поступать в высшее учебное заведение после окончания средних школ, гимназий, лицеев возрастает. Естественно, это зависит от количества выпускников средних школ. Но мы надеемся на то, что не только организационные вопросы, но и качество знаний учащихся будет подтверждены, как и в прошлом 2018 году.